Thank you.
Для приготовления этого блюда нам понадобилось: для картофельного теста 3 кг сырого картофеля, 1 кг отварного картофеля, 3-4 столовые ложки муки, 1 щепотка соды пищевой. Для начинки 1 кг свиного фарша, 5-6 луковиц, 2 яйца, 50 мл растительного масла, соль и перец. Для соуса 200 г бекона, 1 луковица, 300 г грибов, 4 столовые ложки сметаны, соль, перец и тмин.